Ох-ох-ох, 2 июня в Москве, плюс 9 и дождь. Мне это все напоминает московский марафон 2019. Я тут задавил немножечко пятнашечку. Мокрый вот весь, смотрите. Но есть один плюс. Во-первых, не один, даже два. Во-первых, бежится очень хорошо, легко, классно, вообще так, по холодку. Во-вторых, на улице никого, и я сейчас говорю даже не про полицейские патрули, которые проверяют людей, гуляющих не по графику, без маски. У меня, кстати, есть маска, она лежит в кармане, так же, как и перчатки. А просто про любой народ. Вообще никого, ты спокойно бежишь, никого не надо оббегать, никого не надо, ни с кем не надо держать социальную дистанцию. Офигительная социальная дистанция в такую погоду. Всем бегать.